Это уже третий всебелорусский православный крестный ход. Вот сам я участвую, конечно, впервые. Вот для меня это волнительно и в то же время радостно поучаствовать в таком крестном ходу. Каждый христианин в таком крестном ходу старается совершать молитву, вот чтобы ее все вместе вознести Богу, помолиться. Крестный ход решила пойти, потому что мне бы очень хотелось увидеть всю красоту Православной Церкви Беларуси, простоту общения людей, чудеса, которые окружают нас в повседневной жизни. Мы являемся участниками этого замечательного события. Крестный ход дает силы, дает веру в будущее, светлое будущее. Дай Бог, чтобы много людей сегодня началось движение из этого благодатного места, и все с любовью ко Христу дошли к иконе Минской Божьей Матери, город Минск. Братья и сестры, Божие благословение вам во всем пути крестного хода и желание, чтобы вы этот путь прошли с молитвой, чтобы благодать Божия осеняла вас, ангелы сопутствовали вам и все святые во главе с Архангелом Михаилом. С Богом добрый путь! Не слышали о боящемся.